Доброе утро, мои хорошие, бодрого вам, доброго настроения. С вами рубрика «Утро в форме» и я, Мадина Алиева, тренер фитнес-клуба «Идеал». Ну что, как всегда, начнем мы с вами с разминки, а потом перейдем на основные силовые упражнения. Разминка у нас сегодня будет вся с фитболом, и также сама тренировка будет тоже с этим чудо-мячиком фитбол. Ну что, поехали? Сначала, естественно, мы с вами разогреем, сделаем суставную разминку, а потом перейдем на более кардио. Начинаем с головы. Делаем наклоны в каждую сторону по 10 раз. Также вперед. Отлично, зафиксировали. И также вперед. Немножко потянули. В сторону. И в другую сторону. Отлично. И внизу сделали такие вращения. Помним, да? Напомню, амплитуду вращения головы мы никогда не делаем. Отлично. Теперь вращаем кисти рук. По 20 на каждую сторону можно. Также меняем. Отлично. Также делаем вращение стопы. В каждую сторону по 20 повторений. Также ногу меняем. Отлично. Хруст, хруст. И также в другую сторону. Теперь делаем наклоны вперед. Также наклоны в сторону. По одному, два наклона в каждую сторону. Отлично. Теперь наклоняемся. Берем сзади ручки в замочек. Ноги ставим чуть шире плеч. Делаем наклон вперед. Подбородок тянется вперед. И также руки. Отлично. Также делаем разогрев в поясничном отделе. По 5 вращений на каждую сторону можно. Также делаем по 5 наружную сторону и во внутреннюю сторону также 5 раз. Меняем ногу. И также делаем во внутреннюю часть. Отлично. Разминаем. Угу. И немножко с вами потянем ноги. Отлично, ну что, теперь берем руки фитбол. С фитболом сделаем небольшой кардио разогрев. Отлично. Так, советую пропрыгать. Ну, где-то можно 10-15 раз. Затем мы делаем с вами приседы. Помним, да, угол колена у нас ровный. Стараемся максимально назад вытягивать, расправлять лопатки, чтобы также, кто у нас сутулится сильно, хондроз мучает. Очень полезное упражнение. Ну что, теперь мы с вами перейдем к основной силовой тренировке. Так, начинаем с вами с приседов. Делаем 3 подхода по 20 повторений. Обязательно не забываем, что мы должны следить за правильной техникой во время приседа. Мы поднимаем фитбол наверх, приседаем. Коленки должны быть у нас ровными. Вперед мы их не закидываем. Итак, мы делаем 3 подхода - 20 повторений.
Теперь мы делаем с вами выпады. Техника выпада должна быть соблюдаться так же, как во время приседа. Колено у нас должно быть ровное, вперед не закидываем. Итак, на каждую ногу делаем мы 3 подхода, 15-20 повторений. Отлично. А теперь мы с вами делаем выпады и меняя на каждую ногу. Раз, два, три. И стараемся держать ритм ускоренный. Также мы с вами делаем 3 подхода, 15-20 повторений. Отлично. И еще одно упражнение. Делаем выпад крест-накрест. И можно добить, сделав весь комплекс, приседы, выпады, можно добить лежа на спине. Поднимаем ножки наверх, кладем их на фитбол. И поднимаем ягодички наверх. И на 20-й счет задержались, ягодицы хорошо втянули в себя, зафиксировали и 20 секунд держим. Отлично. И также можно еще один комплекс сделать упражнение. Поставить ногу на ногу и точно так же поднимать. И также делаем 15-20 повторений с вами. Для тех, кто хочет упругие, округленные ягодицы, делает очень медленно. Кто хочет высушить, делает в быстром темпе и наверху зафиксировать нужно на 20-30 секунд. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, всем желаю продуктивного, веселого дня. Будьте всегда в тонусе и не забывайте, что в здоровом теле здоровый дух. Пока-пока!